Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Так, пацаны, сейчас буду тачку продавать. Sell my car. 314. 3 миллиона. Так, что он там пишет? Короче, я продаю Ешку, чтобы купить другую машину. Сейчас же должен чувак подъехать. У меня не хватает только 2,5. Бля, за 2,5. Это мало. Передай привет. Ехорс Пит, привет тебе. Ну, бля, 2,5 это мало. Как бы номера, все дела, 3 миллиона. Это дешево. Это дешево. Пиздец, он что, не может найти 3 ляма? Я ебал просто. За 3 ляма мне надо его продать. 3 миллиона мы договаривались по телефону, он теперь пишет, у меня только 2,5. Мне кажется, он обманывает меня, возможно. Ну ладно, будем ждать кого-то, чтобы я мог продать Ешку. Уже чувак, блядь, едет на машине, какую я хочу купить. А я до сих пор ее не продал. Так, вот еще один чувак приехал, да? По-моему, он тоже хочет ее купить. Так, 164. Так, ой, 162. По поводу, ну вот он. За 3 миллиона отдам. Обмена нет. Обмен не интересует. Блин, меня только наличка интересует. Ё-моё. Мы же договорились, блин. Все говорят, да, сейчас куплю за 3 ляма. И все приезжают. То обмен, блядь, то нету денег, блядь, то еще что-то. Ну пиздец. Хуй продаж, блин. Да, Оскар 2,5, но это фулл Мерседес на прикольных номерах. Так, все, он, короче, слил X5 в ГОС. Сейчас ей тачка, какую я должен купить. Блин, это просто охуенно. Так, он сказал, что едет, в принципе. Сейчас увидишь, что это за машина. Машина на фулл блат номерах, в принципе. Это джип, если что. Блин, я уже хочу увидеть. Я его не видел еще, честно говоря. Я только видел кар. А саму машину лично я еще не видел. Так, вон он бежит. Красавчик. Так, давай, братишка, только не бани хоп, что тебя не посадили. Иван Санов. Так, так. Вот, 162. 3 ляма кидай ему. Бля, у него все равно не хватает. 2900. Ладно, 2,9 хотя бы продам. Хуй с ним уже, ладно. Да 2900 продаю ему. Все. Забирай. 2,9. В принципе, да. Все, я ему продал за 2,9. Теперь мне хватает на новую тачку. Так, вот она приехала, моя малышка. Так, предлагай. Кью-кью. Вот это красавица просто. 3T36, пацаны, ради номеров ее покупаю. Черная. Красотка, короче. Ах. Красавица, бля. Красавица просто. Так, 5 миллионов, то это Land Cruiser. Да, все, купил. Там, тайм. Так, спасибо. Так, хай 81. Ой. Так, да, пожмем ему руку, короче. Все, заебись просто. Удачи. Все, релогаемся, пацаны, и будем смотреть нашу новую тачку. Итак, пацаны, вот я купил вот такой вот себе крузак в новом паке, если что, это Кадиллак. Чтобы вы не удивлялись, вот, Карпас вам покажу. В принципе, вот. 25 миллионов госка. Он вообще почти новый. Целка 98, пробег 370. Цвет 156. А в новом пакете, повторюсь, это будет вот такой вот Escalade. Как бы да. Я поставил на него уже нитро, перекрасил, потому что, ну, черный цвет как-то банально, а вот такой вот цвет довольно-таки мне очень нравится. И пусть он будет на. Вот, на, кстати, у меня на всех тачках почти такой цвет. У меня на Monster такой цвет, на Ламбе и все. Вот на трех тачках у меня именно такой цвет, 152. Мне он очень нравится. Давайте прокатимся. Блин, тачка мне очень нравится. Я уже на ней покатался где-то полчасика. И вот решил записать концовочку. Реально, я не жалею, что его купил. На него чип еще дешево стоит. Давайте я вам покажу. Вот, пишем тюн. И можно будет, в принципе, поставить чип, но в нем никакой потребности нету, чтобы там, типа, альт жать. Это довольно-таки неудобно, но, возможно, поставлю. Если будут деньги, возможно, поставлю. У меня осталось 124 тысячи всего лишь. Поэтому я сейчас буду продавать компьютерный клуб. И потом уже куплю пару машин Фому. Ну и может крузак еще протюнингую. Но это не точно. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, как вам такой номерок. Мне он, честно, очень нравится. В принципе,
довольно-таки круто выглядит. Поэтому тоже пишите в комментариях, как вам номер. Ну, на этом у меня все. Всем пока-пока. I said, man, I'm all